заниматься волонтерством, не в этом проекте, но, тем не менее, с темой «Дети-сироты» ваше волонтерство было связано еще вот со студенческого периода. Да, совершенно верно. Я, собственно, моя профессиональная деятельность, она вот изначально была связана вот с темой сиротства, да, я, ну, как бы не могу сказать, да, вот как я к этому пришла, но вот это вот, ну, то есть как-то вот интуитивно я поняла, что вот это моя тема, которая мне интересна, я посчитала, что как бы я могу быть, ну, полезна, да, в этой области, и мне это интересно, и хотелось бы в этом развиваться. Я со студенческих вот, собственно, времен занималась волонтерскими, мы организовывали волонтерские акции, это не, то есть не от каких-то организаций, mm-hmm. да, у нас была инициативная студенческая группа, мы организовывали мероприятия, собственно, в детских домах. В детских домах это были какие-то досуговые мероприятия, праздники, это были образовательные мастер-классы, вот, и, собственно, я по окончанию университета, да, я устроилась работать в детский дом, стала педагогом, вот, работала там до, собственно, последнего момента, пока детский дом не расформировали, это было вот в 2011 году, вот, это был малокомплектный детский дом, и, собственно, вот, потом я столкнулась с поиском работы, да, нашла вакансию программы, решила, что, как бы, да, это мне близко, это, ну, то есть это моя тема, да, и, ну, вот некий немножечко другой, как бы, аспект помощи, да, непосредственно не когда ты работаешь в учреждении, uh-huh, uh-huh. да, а когда вот ты немножко в другой сфере, но тоже как помогаешь, вот, и, собственно, я, да, решила, что надо попробовать, и, собственно, о чем не жалею, как бы, ну, нашла себя вот в этой области.